Продолжаем выпуск. Цена на куриное яйцо будет доступной. Местные власти заключили меморандумы по стабилизации цен с 4 птицефабриками. На петропавловских рынках стоимость десятка яиц достигала 280 тенге, а в магазинах доходила до 300. Такое подорожание связано с сезонностью, объяснили в областном акимате. А перекупщики этим пользуются. Теперь до конца года фиксированный ценник на прилавках 100 торговых точек Петропавловска. Отмечу, 4 североказахстанские птицефабрики полностью обеспечивают потребности региона своей продукцией. В год в нашей области производят более 500 000 штук яиц. Отпускная цена яйца первой категории с птицефабрики будет 195 тенге, в рознице цена 215 тенге. Вторая категория яйцо, отпускная цена 190 тенге, в рознице 205 тенге.